была, не результатами. Спасибо вам за вопрос, отличный вопрос, чуть не забыл про него. Это очень важный вопрос. И мы можем говорить сколько угодно за трубы, которые в подвале находятся, и вопрос обслуживания их ЖЭКами. Но если теплоподачи не будет в городе, то вот это все меркнет. В сентябре газа нет. Вы правы. Кроме того, я поддерживаю и на ближайшую комиссию приду с... Если не буду там за ближайшей комиссии, не знаю, выйду я в Киев или не выйду по этому вопросу, но буду поддерживать о выделении денег предприятию Николаев Полтеплоэнерго. Сегодня это наше коммунальное предприятие, стратегическое. И я считаю, что они работают сейчас. Их работа оценивается Мировым банком как позитивная. Они сегодня работают по нескольким проектам Мирового банка. Я считаю, оценка сторонней организации работы предприятия наилучшая, чем наши вот эти общие общественно-политические оценки. Поэтому сегодня там работа ведется. Что касается денег, финансирования, я считаю, необходимо откинуть все там политические там, какие-либо там вопросы, выделить финансирование по частям, там, пусть они подписывают договор реструктуризации, для того, чтобы нам подписывали лимиты по газу, мы могли работать. Это большая сумма, 33 миллиона. Я думаю, что сегодня, если бы мы сегодня там, собрались там, на следующей неделе и проголосовали там, вопрос там, 15 миллионов, 20 миллионов пока, да, до реструктуризации бюджета, то мы могли бы запустить этот процесс подписания лимитов. А вы не допускаете такой вариант, что чтобы вам насолить, депутаты не проголосуют? Вот этот длительный сезон, а потом скажешь. Нам надо с вами чаще общаться. Вы задаете очень логичные вопросы. И я считаю, что данный вопрос, ну, без предсказания будущего, но мне кажется, именно так и будет. Я, конечно, боюсь этого, но я думаю, что это будет публично все. Любые переговоры, которые я сегодня буду проводить с депутатами, они будут проходить публично и не кулуарно. По этому вопросу в том числе. Будем выносить, что же касается исполнительной власти, мы будем выносить проект решения, мы будем его заносить в комиссию, мы будем выносить его на сессию. Как проголосуют депутаты, вы будете, я надеюсь, освещать эту информацию.